мы, как специалисты, проводим комплексную оценку развития ребенка. И дальше мы прописываем количество коррекционно-развивающих занятий, которые конкретно этому ребенку необходимы. Сейчас война, и школы нету. И многие даже специалисты поезжали из города. И вот нам предложили помощь психолога и логопеда, в котором нуждается Сережа. Стало ему легче читать, и некоторые слова лучше проговаривать. Даже с детьми ему стало лучше контактировать. После того, как мы стали заново психолога посещать.